我们将会继续共同努力，巩固传统友谊，加强全面协作，推动中俄关系再攀高峰，更好地汇集两国人民。 Только что мы с нашим большим другом, с председателем Си Цзиньпинем, поговорили в узком составе по поводу развития российско-китайских отношений, затронули практически все направления нашего взаимодействия. Это касалось и экономики, социальной сферы, гуманитарных связей, военно-технического сотрудничества. Теперь есть возможность поговорить в более широком составе. Мы отметили значительный рост товарооборота и интерес к партнеров с обеих сторон к развитию научно-технических связей. Все это очень важно, все это перспективно, все это рассчитано на десятилетия вперед.